10 июля, почти 140 лет назад, впервые в истории футбола судья использовал свисток. С тех пор арбитрам стало легче судить игры. Обо всем по порядку. Юлия Важенина. Рыцари свистка и флага. Сейчас ни один футбольный матч невозможно представить без судьи на поле. Кто будет следить за соблюдением правил матча, фиксировать положение вне игры? Первое время считалось, что спортсмены способны регулировать конфликты. Но игра, как оказалось, была слишком насыщена спорными моментами. Конфликтные ситуации возникали буквально на каждой минуте. Как в настоящем захватывающем шоу, так и пришлось вводить институт судей в 1873 году. И в течение 5 лет они останавливали игру как могли. Кто-то кричал, кто-то звенел в колокольчик. И все так бы и осталось, если бы не воля случая. Почти 140 лет назад на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на поле завязалась драка, он, недолго думая, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас прекратили ее. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком. Эдуард Федотов вот уже 25 лет живет футболом. Сейчас он тренер спортивной школы. Признает, что свисток на поле – вещь незаменимая. Когда мы слышим свисток, он, значит, уже информация поступает в мозг, что нужно остановиться. Это, в общем, ребенок уже становится как бы более послушным. То есть мы его можем, внимание его привлечь, если он отвлекается. Сами юные футболисты к свистку тренера относятся серьезно. Надо замолчать, мяча его вообще убрать и только слушать, внимание обратить только на тренера. Никита в свои 12 лет хорошо представляет, кем станет в будущем профессиональным футболистом, таким как Криштиану Роналду. Никита даже выбрал для себя такой же футбольный амплуа – нападающий. Футбол, конечно, это командная игра, ты находишь много друзей, и, во-первых, ты много зарабатывать будешь, становишься знаменитым, там, тебе там все любят, такие всякие фанаты. Также ты как бы, можешь всего достичь, ты потом, у тебя все такая красивая форма, бутсы, все ведь футболисты там богатые. А вообще футбол вещь полезная, он не только развивает выносливость и физическую форму, но и укрепляет командный дух. Когда мы побеждаем, мы очень сильно радуемся, все хвалят друг друга, то, что молодец, пас отдал хороший, молодец, пробил хорошо. Юлия Важенина, Расиль Мухаметов, Республика.